Природные пожары на востоке страны привели к миллиардному убытку. Специальная комиссия подсчитала ущерб от 5 крупных лесных пожаров. Все они произошли в регионе за 5 дней в начале сентября. По подсчетам специалистов, из более чем 11 тысяч гектаров выгоревших территорий, больше половины были покрыты лесом. Ущерб от потерь древесины превысил 440 миллионов, а ущерб, нанесенный экологии, составил более 600 миллионов тенге. Спецкомиссия провела расследование и выявила основные причины столь крупных пожаров и их распространения. Ими оказались засушливая ветреная погода в труднодоступной горной местности, отсутствие поблизости открытых источников для забора воды. Возгорания также могли спровоцировать искры от техники во время сенокоса. Для установления более точной причины все материалы переданы полиции. Площадь примерно более 11 тысяч гектаров, где прошли эти крупные пожары в лесных хозяйствах и на особо охраняемых природных территориях. И общий ущерб, который составил, по предварительным данным, составляет более миллиарда тенге. Из них прямые затраты на тушение пожара составили более 31 миллиона тенге.